То есть человек не знает, что делать в ситуации, когда светофор моргает желтым и вокруг никого нет пешеходов. Он не знает, что делать. Но зато теперь он лезет, посмотрите, обгонять. Ускорился очень быстро. Вот такой вот человек. На мосту ходят, раздают. Ну, блядь, ну... Причем ходят, раздают целый день. Ну, должны были запомнить, что ездят мотоциклисты, блядь. Соответственно, при переходе из междурядья в междурядье ими... Ну, неужели нельзя подумать, что надо посмотреть, блядь, хотя бы, а? Мне кажется, надо было у него требовать бесплатное мороженое сейчас, я так скажу. За компенсацию, так сказать, нервов. Даже если так... Даже если и так. Ёлки-палки. Кто там кого держит в этой компании? Ёлки-палки. Вы когда-нибудь видели, чтобы азиаты вообще пьяные были? Я что-то не припоминаю такого. Они, походу, в Россию приехали. И здесь, ну, естественно, если ты в Россию приехал, что еще тебе делать? Нажраться. Вот этот чувак замутил все тапки. Из дерева, что ли, сделал накладки? Колпаки деревянные, бля. Опа-на, опа-на, опа. Вот это уже серьезно, это уже серьезно. Это уже серьезно. Чувак на шару выезжает просто, реально. Просто тупо на шару. Если бы тут ехал грузовик, он бы его снес просто и все. Такой серьезный вид у тети. Она бы вытерла птичью какаху с двери. Вид был бы еще серьезнее. Не, я думал, просто там человек уходит, чтобы это ему, он не видел. Спасибо большое. Я поступил просто как те самые чуваки, которые мне гудят через секунду после того, как зеленый загорается. Вот, но, блин, там реально чувак уходил, я думал, как бы, ну, он не видит, я думал, он единственный тут. И поэтому, как бы, ему проинформировал. Вот он, вот он. Все нипочем человеку, все нипочем. Ну, видите, он занят, как бы, ну, и нельзя его обвинять, он занят, у него телефон в руке, он как бы, хоть бы извинился, я не знаю, но он даже не понял, понимаете, что он сделал не так, он поворачивает подстрелку и не уступает тем, кто поворачивает, ой, тем, кто едет на зеленый свет, он даже не понял, что не так-то, типа, чё мне гудят-то, сумасшедшие байкеры ездят, тут гудят всем, понимаешь, просто так. Ого!
господи, посмотри, тут стоит, господи. Просто какой-то слалом, и маршрутчики эти со всех сторон, блин, лезут в полосу. Не проехать просто Russian Biker. Просто не проехать. Полегче, природа уважаемая, полегче. Офигеть, едешь такой, а тут дерево лежит. Опа-на, опа-ча, да, БМВшник. Опа тебе, пожалуйста. Понимаете, нельзя проехать за БМВшником больше 20, наверное, секунд, чтобы он не учудил. Нельзя просто никак. Ой, нифига себе, растет какое-то растение на МКАДе в середине, прикиньте, что. Какой-то куст растет. Может, кто-то коноплю даже растит, прикиньте. Выгодное место, кстати. Даже полиция даже захочет его убрать, не сможет просто. Потому что, типа, ну, как остановиться-то? Перекрыть МКАД, это надо, наверное, согласовывать, я не знаю, президента галактики, чтобы это сделать. Ну, либо быть обиженным фуроводом на систему Платон. Тогда тоже можно. Бля, вот два дурака, вы смотрите. Ну, либо еще есть вот такой вот способ перекрыть МКАД. Просто быть каршерингистом и какой-то вопрос там решать с Kia Rio. Кто кому, кто кого подрезал. Вот тогда тоже можно МКАД перекрывать, по всей видимости.